Всем привет! Мы приехали в IKEA. Нужно нам кое-что купить еще для кухни. Походим, посмотрим, какие новинки тоже есть. Так, и тут красиво так все представлено. Какая-то коллекция новая. Коробочки красивые такие. Так, лимитированная коллекция. Все такое яркое. Да? Какая-то новая коллекция, да. Красота. Такие золотые подсвечники тоже. Ваза, да. Красивая синяя, да? А вот смотри, какие интересные. Вот тоже какие интересные, красивые, да? Такой красивый тоже ящичек, коробочка такая, органайзер с такой бахромой. Интересно. Ой-ой-ой. Коллекция лимитированная Карисматиск. Карисматиск. Так что такие яркие цвета. Тут тоже красивые кресла желтые. Золотые такие светильники. Я такого еще не видела. Саша, аккуратно только. Класс. Оно раскладывается? Да. Папа, помоги. Я могу здесь спать, смотри, где мои ноги. Ну да. Нет, этот раздвигается диван здесь, вот видишь. Такие новые, тоже наволочки красивые. А? Такие тоже новые есть наволочки. Вот это тоже, по-моему, новое. Вот эти новые. Так, хочу посмотреть, тут вытяжка какая. Так, вытяжка 1000 злотых получается. Идем дальше. Ванная, прихожая. Так, мы еще хотим шкаф тоже. Я уже спроектировала, но не знаю, есть не все в наличии. Вернее, не все есть в наличии. Как раз нет, не такой, это не такой глубокий. Посмотрим тоже шкаф. Так. Стол тоже такой классный.
красиво сделано вверху под дерево. Вернее, это деревянное получается сверху. Такая же, как у нас раковина, тоже кран такой же. Тут тоже классно сделана микроволновая печь. Классный вот этот тоже светильник, мне нравится. Новые ящики, новая расцветка, я таких еще не видела. Красиво смотрится. Да, это новинка получается. Такое красивое сочетание цветов. Это этажерка получается. Да, за этажерку, за эту. 200 злотых, тоже новинка. Такие емкости красивые. Такая тоже новинка, новый комод. Стоит 900 злотых. Ух ты, как дверь открывается. Получается, складывается книжечка. И с этой стороны, наверное, да. Хорошо смотрится. Такой тоже небольшой столик, как раз у нас кухня небольшая, но он, наверное, не раскладывается. Наш раскладывается, этот нет. Вот такой тоже я хочу светильник на кухню, как раз он мне подойдет, и он не сильно большой. Нужно еще посмотреть, там другие тоже есть варианты, но мне больше всего, конечно, нравится этот. Такой оранжевый цвет тоже новый появился. Яркий. Хочу вот такую полку еще на кухню, внизу вот где крючки с крючками, чтобы кружки вешать, и повесить тоже вот такую полку над столом. У нас там стена пустая, и я думаю, будет классно смотреться. Была, по-моему, еще в сером цвете. Сколько тут цена? 300 злотых. Ну, нам как раз в таком цвете подойдет под кухню. Есть такая поменьше, но она более глубокая. И просто такие полочки тоже с крючками. Красиво засервирован тоже стол в таких цветах. Кресло тоже новинка. Таких оливковый такой цвет. Красиво с серым, серая посуда. Мне нравится, классно смотрится. Кресла тоже, да, по-моему, новые.
Такой темно-зеленый цвет бутылочный. Можно сесть посидеть. Красиво как смотрится, тоже такой декор. Получается, букет стоит 15 злотых, а цены на вазу нету. Ну, красиво. Какая интересная тут тоже комната новая. Я еще такую не видела. Для подростка. Мне кажется, больше. Классно смотрится, конечно. Под диван, кровать. Такая софа. Красивая тоже расцветка постельного, тоже новинка. Это мне тоже нравится. Горошек с красным. С красной такой окантовкой. Кровать, как у нас. Очень удобная кровать, мне нравится. Ее можно разложить. Будет большая, можно сложить. Ящики внизу тоже очень удобно. Спальня. В темный цвет. Тут стены покрашены. Тоже постельная темная. Зеленое кресло. И темные тоже шторы. Смотрится, конечно, круто тоже. Несмотря на то, что вот так темное все. Красивый тоже цвет стен. Так уютно, конечно. Тоже классная кровать с такой быльцей мягкой. Красивый тоже комод, черный с белым, оригинально так сделанный. Здесь тоже внизу. Остатняя штука. Хочу посмотреть
такие ящики. Прозрачные такие со стеклом. Так, я уже дошла до кухонь. Тут тоже такие новые стоят корзинки. Такая самая дешевая, наверное, кухня. Ну, смотрится тоже неплохо в такую маленькую кухню. Холодильник. И все есть. Тут тоже такая маленькая. Такая электрическая печка. Вот это тоже самое красивое, наверное. И самая дорогая, наверное. Красиво, конечно, все смотрится. И стол как раз по цвету подходит. Стулья, в общем, как всегда, красота. Удобно, когда отдельно так, такой островок. Сварочная панелью, тоже вытяжка. Большие ящики тоже для посуды. Духовка тут. Тут тоже много места. Супер. Все, в общем, обеденный перерыв уже. Где то есть моя вообще-то? Ши Важенко, да? Так, мы уже спустились вниз тут на посуду. Но... Посуда, текстиль, кастрюли, сковородки, в общем. Такие, как у нас. Я хотела посмотреть какие-то такие поменьше тарелочки, но нету, только такого размера. Получается, меньше нету. Так, может, какие-то другие будут тоже красивые. Красивый такой цвет, бежевый. Красиво смотрится.
такие тоже интересные. Здесь получается такая маленькая пиалка, такой салатник, тоже новая коллекция. Розовые у нас есть, мы уже покупали, только другие чуть таких нет уже, как у нас. Такие же кружки с такой же коллекцией. Так. Такие тоже удобные. С блюдцем сразу можно купить. Так, и мне еще нравятся вот эти тоже шторы красивые, красивый цвет такой. Хочется уже поменять тоже у нас темные. Вот эти тоже красивые шторы, цвет такой красивый. Красиво, как светится, таким фиолетовым. В общем, мы уже дома, и после IKEA зашли еще в Леруа для того, чтобы выбрать краску. Ну, выбрать и купить нам нужно было краску. Значит, мы купили белую краску. Красить полностью будем все комнаты в белый цвет. У нас в белый покрашено. Единственная кухня только у нас покрашена в бежевый. Это мы уже красили вот в этом году зимой, когда меняли кухню. Покрасили вот в красивый тоже бежевый цвет. У меня где-то есть видео на канале, где мы красили кухню. Вот. И я хочу еще покрасить коридор тоже в какой-то другой, вот не в белый. Мне больше нравятся вот такие, ну, зеленоватым оттенком цвета, да, вот, например, оливковый, или вот такой еще есть ментолово-серый. Тоже очень красиво смотрится. Я посмотрела в каталоге тоже, как стены покрашены. Есть вот образцы. Если найду сейчас, то покажу. Мне нравится больше все-таки вот этот. Это получается такие пробники, да, если вы планируете перекрашивать в другой цвет стены, то можно купить, к примеру, вот такие просто пробнички и дома попробовать, посмотреть, подходит вам эта краска или нет по цвету, тоже нравится, не нравится, подходит ли она под двери, например, под полы, да, и уже тогда определиться. Очень удобно, здесь получается сверху такой ролик, ну, я сейчас открою, покажу, как это все выглядит. Есть также пробники не только вот в такой упаковке, есть еще просто в пакетах, в общем, практически к любой краске. Ну, например, у нас вот в Леруа есть вот такие пробники, можно сначала купить пробник, попробовать. Здесь, кстати, достаточно его много тоже, объем вот получается 30 миллилитров, и можно покрасить такой большой, ну, в общем, большой кусок, да, стены для того, чтобы понять, нравится краска или нет. В общем, я взяла вот такой цвет, получается, ближе вот к оливковому, и вот такой ментолово-серый. Вот этот мне, конечно, нравится больше, хотя вот этот тоже очень красивый, но я не знаю, как бы не уверена. Выбрала два цвета, вот которые ближе мне, больше мне понравились. И сейчас покажу, в общем, как это все выглядит. Все остальные комнаты, как я уже сказала, будем красить в белый, кухня в бежевом и коридор. Вот хочу определиться и подумать все-таки, в какой цвет покрасить. Поэтому детскую тоже комнату, я не знаю, думаю, может быть, все-таки наклеить одну стену обои тоже. Ну, потом уже расскажу, когда точно вот пойму, буду клеить или нет. Еще хочу посмотреть какие-то интересные обои.
но пока вот планирую тоже красить в белый. Саша меня просит покрасить в какой-то цветной, но не очень хочется в цветной, поэтому возможно, наклею обои. Значит, покажу сейчас, как выглядит, в общем, цвет. Мы уже попробовали вчера вечером. Она уже просохла, эта краска, вот, и два слоя уже. В общем, вот так вот смотрится цвет. Значит, это получается такой ближе вот оливковый больше сейчас, плохо. Вот коридор вообще темный у нас достаточно, и я не хочу сильно тоже красить в темный цвет. Я думаю, что будет совсем темно, как-то неуютно, хочется какой-то более светлый. Здесь, кстати, вот этот цвет, он более темный, кажется, на видео, но на самом деле он такой довольно-таки, ну, приятный и не такой темный, как здесь. Этот цвет тоже красивый, но мне кажется, он такой чуть-чуть с каким-то желтоватым все-таки оттенком. Больше я все-таки склоняюсь к вот этому цвету. Значит, получается, вот такой идет пробник здесь. Такой ролик идет с поролоном. Можно просто выдавить немножко краски. И вот так вот пробуем, красим. И смотрим, какой получается цвет. На самом деле тоже очень красивый цвет, такой приятный. Вот получается та краска, которая высохла, она чуть темней. Ну и там тоже в два слоя. Здесь получается один слой. И сейчас тоже покажу, как выглядит второй цвет. Это латексная краска, которую вот можно мыть. Которую можно мыть, если есть какие-то загрязнения на стене, то краска сама не смывается. Капля здесь вот, чтобы не потекла. Краска сама не смывается, можно просто тряпочкой протереть, если где-то есть какие-то пятна. Очень удобно тоже. У нас и на кухне покрашено. И если вот пачкается стена, то протер очень удобно тряпкой, и все чисто. Ну и для коридора тоже, я думаю, как раз хорошо будет такая же краска. Вот так, сейчас попробую второй. Вот так вот, в общем, выглядит второй цвет. Здесь вот получается тоже это один слой, который еще не высох. И если в два слоя, то чуть темнее. Ну, в общем, вот такой получается цвет. Этот внизу более такой оливковый. А вверху такой, ну да, вот серо-ментоловый, что ли. Не знаю еще какой точно, не знаю еще, в общем, не определилась, какой точно цвет купить. Но еще есть вариант, да, потому что у нас белой краски очень много. Мы купили большое ведро, и если она останется, то, возможно, я просто куплю пигмент, который вот ближе, наверное, к этому, к второму, к ментолово-серому. Куплю пигмент такой, добавлю в белую краску, разведем, чтобы получился вот такой цвет, и тогда уже будем красить коридор. Можно сделать даже, например, чуть светлей, чтобы не был коридор сильно темным. Вот, в общем, можно еще, да, добавить пигмент, чтобы не покупать отдельно вот целую банку краски и покрасить стены. Нужно еще посмотреть тоже, какие есть пигменты. Я еще не смотрела, не обращала внимания, но я думаю, что тоже достаточно много цветов, большой выбор. Поэтому занимаемся, в общем, покраской стен, делаем такой косметический небольшой ремонт, готовимся к зиме, вот, и обновляем как-то квартиру, наводим порядок. На этом, в принципе, все. Пишите, какой цвет нравится больше вам, или в какой вы хотите покрасить, да, коридор или стены, мечтаете о каком-то, возможно, красивом цвете. Сейчас очень много разных красок, разных цветов, огромный выбор просто, поэтому выбирай, в общем, любой цвет, крась, да, и как-то украшай, в общем, свое жилье. На этом, в принципе, все. Я хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока.